Почти на месте. Ты же меня знаешь, не пропаду. Вернусь, как только найду Криса. Вечно все думают, что я во что-нибудь влипну. Что за... Не стреляй! Пригнись! Идем! Что за чертовщина? Я не знаю. Надеюсь, в участке что-то знают. Погоди, ты куб? Да, Леон Кеннеди. А ты? Клэр. Клэр Редфилд. Клэр! Клэр, ты жива? Я в порядке. А ты как? Надо сваливать, тут опасно. Иди вперед. Встретимся в участке. Леон, уверена, ты обогнал меня. Клэр! Секунду, я спущусь! Хорошо! Клэр! Как же я тебе рад! Ты как? Просто этот вертолет... Да не, я цел. В этих милых карманах случайно нет ключа? А, увы, нет. Но ты-то как? Ну, типа, выживаю. Круто. Да. Брата нашла? Нет. Клэр, не сдавайся. Мы отыщем его. Черт. Сейчас набегут. Да. Ужин стынет. Клэр, уходи. Не волнуйся за меня. О себе подумай. Клэр, уходи. Быстро. Эй, давай выживем. Вместе. Плохо.
побери.
явно не спасатель. Это что? Чара. Да что ты, блядь, творишь? Okay.
еще кто? Ладно, надо уходить. Почему он просто не сдох? Да что ты, блядь, творишь? Кто додумался превратить музей в участок?
сдвинуть. Кто здесь? Эй, иди сюда. Я не обижу, честно. Нужна помощь? Вот, хватай руку. Тебе нужна помощь? Прости, я не расслышала. Тебе нужна помощь. Почему? Он прямо за тобой. Что? О, Боже. Спусти мне лестницу. А ты поможешь найти мою маму? Твоя мама здесь? Вроде да. Надеюсь. Да. Конечно. Я помогу. Сюда! Его не сдвинуть! Расскажи о своей маме. Она работает в Амбрелле. Изобретает новые лекарства. В Амбрелле? В фармацевтической компании? Она всегда на работе. Я редко ее вижу. Ну, надеюсь, скоро увидишь. А где твой папа? Он работал с мамой, но... исчез.
И моих родителей давно нет. Остался лишь брат. О, мне жаль. Не стоит. Считай, у нас есть что-то общее, и это хорошо.